Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Перед началом данного видеоролика рекомендую вам новый бонусный проект в индустрии GTAC RMP. Над сервером работает профессионал, и скоро будет открытие. В группе есть конкурс, в котором вы можете выиграть админку первого уровня. Также в скором времени будет сайт и форум. В общем, всем рекомендую, переходите, смотрите, ждите открытия. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Imagine Holy Play, первый сервер. Моник здесь Кирилл Путбулови, не обзывайте Моник регистрации, не забывайте вводить пацаны, короче. Итак, сегодня мы будем испытывать все салюты в магазине моей пиротехники. В принципе, кто не знает, мой магазин пиротехники находится в GPS 6 раздел и 3 бизнес, вот пиротехника. И сегодня я покажу вам такой прикол небольшой. Ну как небольшой прикол? Большой такой прикол, пацаны, с этими ракетами. Так, давайте сначала возьмем шумовые. И я вам покажу, как они работают. Давайте шумовые возьмем. Петарды, ракеты, или как они там называются. Так, пишем. Давайте отойдем сюда, допустим, подальше чуть от машин. Может, чуваку как-то зацепим. Так, блов. Пишем блуф. И отходим. Такие салютики чисто, знаете. Такие пердушечки маленькие вообще. Просто ни о чем просто. Так. Что-то она не сработала, ладно. Давайте еще одну. Их у нас все равно 4 штуки. Вот такая вот пердушечка, короче. Давайте еще одну положим. Последняя, да, это, по-моему. Ну да, они в принципе работают, надо просто от них отходить, и все, я так понял, да? У него больше нету. Все, погнали за другими игрушками. Точнее, салютиками, салютиками. Реально, я бываю, захожу, просто угораю здесь жестко. С этими ракетами, пукалками и так далее. Так, вот, 300 рублей. Так, давайте посмотрим, что мы... Световых петард. Это, по-моему, прикольные световые петарды. Сейчас мы посмотрим, как они выглядят. Ну, они такие красненькие сейчас будут. Я не ошибаюсь. Шумовый пит. Ух ты, бля. Ух, ебать. Я этого не ожидал. Ебать, оно яркое, пиздец. Ночью так запустить. Реально ночью там на 8 бит ее кинуть. Это пизда будет. Ярко просто очень. Я аж, блядь, испугался. Давайте еще одну положим. Ну это очень ярко, я вам скажу. Это пиздец просто. Это просто реально глаза аж режет. Не знаю, как вам, но мне реально днем сейчас глаза режет. Ночью, наверное, будет просто пиздец. Реально. Вот надо будет приехать на 8 бит такую закинуть. Посмотреть на реакцию людей просто. Они шуганутся или нет. Знаете, это как на гидре, когда, блядь, кидаете такую хуйню, тоже она светится. Вот это похожая хрень. Вроде бы как. Ух, ебать. Конечно, яркая вспышка такая прям. Если вплотную подойти, это пипец просто, это пипец реально. Так, у меня больше их нету, да? Сейчас она пропадет, я попробую еще одну поставить, просто я не помню, сколько там штук дается. А не, вот еще последняя есть, четвертая, да, по идее. Батя намигает, я ебу. А, это просрало, походу. Лол. Ну, бывает такое, далеко, наверное, не надо отходить от них было. Так, давайте сейчас следующую посмотрим. В принципе, это у нас дымовая шашка. Сколько их там штук? А, ладно, я не видел. Кстати, если вы, допустим, купили, вот, вы можете потом другие купить другие. Ну, вы сейчас увидите, я вам объясню, как это выглядит. Так, давайте... Во, вот это прикольная тема, мне нравится. Знаете, как на уличных гонках так сделать, типа, вот. А, блядь, нельзя, жалко, две штуки. Если так одновременно положить, знаете, как старт на уличных гонках происходит, там, в фильмах, то похоже очень... Так, с двух сторон тоже поставишь с кем-то. Я думаю, это было бы очень даже круто. Вот, что-то она не сработала. Ну, бывает такое, блин. Просто я правильно не умею им пользоваться. Я думаю, вы знаете. Их надо вот ложить вот так вот. И немножко отходить надо.
чуть-чуть совсем. Во. И она срабатывает. Просто круто, реально. Мне очень нравится эта тема. Так, у вас нет изделий пиротехники. Все. Сейчас будет последнее. Я вам покажу последний салют, так сказать, самый интересный. Почему он самый интересный, я вам объясню потом. Так. Сейчас я вам просто покажу, потом покажу, мы проведем эксперимент. Точнее, не эксперимент, а прикол, я вам покажу, что можно с ним делать. С этим салютиком, в принципе. Вот оно. Взлетает вверх и взрывается. В принципе, да, все понятно. Так, еще один ложим. И летит. Бум. И еще одну положим, последнюю. Так. Хоп. Все, взорвалось. Сейчас я сниму денежки, потому что у меня их мало осталось. Как бы. Кстати, инсайд Капоне, привет тебе. Еще раз, он уже второй раз мой видос попадает. Поэтому передам ему еще раз привет. Ну а я погнал, деньги сниму. Все, я снял полтинник, короче. 50 тысяч, я думаю, этого хватит для нашего эксперимента. Но прежде чем мы поедем, купим обратно эти ракеты. Ну хотя, я думаю, многие знали этот прикол. Типа с ракетой. Ну сейчас я вам покажу, если вы не знали. Этот прикол с ракетой, но нам нужна будет аптечка. Желательно две аптечки, на самом-то деле. Хотя, да, хотел бы я очень купить эту аптеку, блин. И место здесь тоже такое неплохое. Вроде бы как. Но, увы, сука, ее не продают. Я бы ее реально купил бы. Я бы ее реально купил. Кто, возможно, продает эту аптеку? Или знает хозяина, если он ее продает? Напишите мне в ВК. И цену предложите. Не знаю, сколько можно ее просить, за сколько, ну, можно ее купить. Зря, что я разговариваю так в нос. Я просто приболел. Поэтому, извиняйте. Но видосы-то как бы снимать нужно. Я думаю, вы слышите, как у меня, блядь, нос забитый еще. Конечно, да. В конце зимы заболеть, это круто, да, блядь. Просто замечательно. Так, все, я купил две аптечки. Теперь мы можем подъехать сюда. В принципе, и запустить ракеты. Так, что-то на десятке стоит чья-то. Чирочка чья-то стоит. Я тут машину паркану. Так, смотрите. Что нам теперь нужно сделать? Забегаем обратно в мой магазин. И покупаем ракету. Покупаем ракеты, вот эти. Ракеты. Ну, я красный всегда беру, не знаю зачем. Я беру всегда красный просто. Короче, смотрите. Что теперь вам нужно сделать? Пишите блоф. Блоф. Ставите эту ракету. И прыгайте на нее. И смотрите, что происходит просто. Вот что происходит. Это просто жесть. Да, конечно, от этого вы умираете, но... Блин, ну это весело. Это реально весело. Ну давайте попробуем под этого рыжика положить ее. Блин, она не поставилась. Хреново. Ладно, давайте повторим это еще раз. Пропишем блоф. И запрыгнем на нее. Просто улетаем вверх. Блин, ну это угарно, согласитесь, блин, просто. Это реально просто угарно. Да, я что-то застрял. Да. Просто охренено. Ну если мы прокищим А. Не, мы все равно умираем. Не, ну это круто, блин. То, что ракеты, блин. Ну серьезно, можно так поугарать с ними. Я, наверное, в следующей серии проверю кое-что. Один эксперимент сделаю. Посмотрим, сможет ли эта ракета поднять машину в воздух. Я зайду на эстакаду, возьму ракеты эти и поставлю под машину. И посмотрим, поднимется ли машина вверх. Ну, подлетит ли она от этой ракеты или нет.
На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь в ВКонтакте. Всем пока-пока. From the outside, I was from the